Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете свежие обзоры на все, что в игре происходит, а особенно на новые машины. Публикую эти видео буквально через минуту-две после того, как они официально появляются в игре. И в сегодняшнем видео обсудим с вами новую уникальную тачку, легкий танк, коллекционная машина Endurance, что в переводе обозначает выносливость. Хотя по факту выносливости здесь, ребят, абсолютно нет. Это легкий танк, который прошивается всеми, броня отсутствует. Единственное, что радует, что у него очень маленькая башенка, и если постараться где-то от башни отыгрывать, то можно справиться. А вот в отношении корпуса пробивать будут все. Когда я увидел первый раз эту машину на постере, я подумал, блин, ну наконец-то! В Блице появится первая колесная техника. Но нет, ребят, каково же было мое разочарование, когда я увидел, что за вот этими великолепными фальш-колесами находятся обычные гусеницы. Как вы видите, вон они внутри, и я не совсем понимаю разработчиков в этом отношении. Блин, друзья, ну вы-то заводите новую уникальную машину. Ну уберите вы эти гусеницы, оставьте просто колеса, порадуйте ребят. Механика, кстати, вся та же самая. То есть ездишь как на обычных гусеницах, обычный легкий танк. Единственное, что визуально кажется, что действительно ездишь на колесах. И вроде бы, когда в повороты входишь, есть такое ощущение, как будто бы разворачиваешься именно на колесиках, а не на гусеницах. Но это только ощущение. Ладно, внешний вид внешним видом, каждому свое. А давайте обсудим технические характеристики. В отношении орудия заценим сейчас стоя в ангаре, а все остальное будем заценивать непосредственно в самом бою, куда отправимся через пару секунд. Здесь у нас ДПМ в 2100, это действительно очень крутой ДПМ, здесь я спорить не буду, для семерки самое то, ну для легкого танка меня лично устраивает. Стоит отметить, что очень хорошее время сведения в 3 секунды, разброс практически идеальный, да и выстрелы здесь происходят через каждые 1,2 секунды, а суммарно в магазине, а здесь барабан у нас цикличный, 5 снарядов по 110 единиц урона каждый. Стоит отметить, что существенным минусом данного орудия является уровень пробития. 164 на базовых снарядах, с учетом того, что в оборудовании я поставил калиброванные снаряды, поскольку здесь барабаны и от вентилятора толку особого нет. В отношении подкалиберных 220. Но была уникальная ситуация, когда в бою я встретил 6 уровня машину, а именно ВК-3601H. И с помощью голдовых снарядов я смог его пробить из 5 выстрелов всего один раз. Как это произошло, я до сих пор не понимаю. Осколочно-фугасное чисто для того, чтобы сбивать какой-нибудь захват на базе и не более того. А в отношении угла склонения орудия вниз, минус 7 очень комфортно играется, на удивление. Я ожидал немножко худшего. Ну что, ребят, берем тачку и поехали в первый попавшийся бой, попытаемся его затестить. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать. И начинаем мы, как обычно, с подвижности. Срывается с места очень классно. А теперь обратите внимание на колеса. Когда мы будем заходить сейчас в поворотик, ну, есть такое ощущение, что вроде бы ты играешь все-таки на колесной технике. Но только когда ты останавливаешься и начинаешь разворачиваться на месте, то в целом игра обычного танка на обычных гусеницах. Стоит, кстати, отметить, что поворачивается на месте тачка, ну, просто божественно. Я не совсем понял, что происходит с моей командой, почему все решили остаться на своих местах, чем занимаются ПТшки. Один товарищ на тайпе 62-м просто спит, и я так понимаю, что в этом бою будет просто неимоверно жесткий слив. Ну ладно, сольемся, да и сольемся, будем попытаться все-таки машинку потестить. Стоит отметить, что на момент, когда я записываю видео, я не знаю, в каком конкретно формате машина предоставлена в игру, удался ли эффект, действительно кайфули от коллаборации в отношении Стартрека и насколько сложно данную машину забрать. Забегая наперед, скажу откровенно, я безумно люблю редкие тачки, какие-то уникальные машины, и пускай даже они будут неиграбельные, но мне они нравятся. Нравятся тем, что они штучные, и они, ну, в край, повторюсь, в край редкие. В этом отношении тачки сразу ставим 12 баллов из 10 возможных, потому что действительно в отношении уникальности внешнего вида, ну, тут ребята постарались. Что хочу сказать от себя. В отношении механик, никаких новых механик, ничего интересного, ничего нового. В отношении скорострельности все очень классно. При выстреле есть вот такой вот всплеск голубого света, который добавляет эффекта
космичности, да, я не смог подобрать какого-то другого термина, но выглядит это действительно прикольно. Когда переключаешься в прицел, ты это видишь более ярко, когда ты играешь без включенного дополнительного прицела, сейчас попробую сделать несколько выстрелов, так, чтобы показать, но есть такой, видите, легкий легкий эффект бластера, да, то есть вылетающая вспышка, которая стремится к твоему сопернику. В целом, я не могу сказать, что это машина для нагиба. Это действительно не нагибатор однозначно. Это танк не для того, чтобы держать на нем стату. Да блин, это семерка, фармить на ней не будешь. Это машина чисто по фану, чисто ради интереса и просто ради кайфа. Вот ради того, чтобы заехать в бой, показать себя, что я вот такой вот красавец. Это ради того, чтобы поноситься по карте, потому что подвижности действительно хватает. И я бы сказал, весело понастреливать по типу, как настреливаешь игра на могильщике. Вот просто отправляешь снаряд за снарядом, выплевывая и не замечая. Довольно быстро, кстати, перезаряжается сам барабан, поэтому в целом вот это вот веселье постоянного настрела, оно преследует тебя в каждом бою. Но, как я уже сказал, нагибатором в боях ты не будешь, разрывать рандом у тебя не получится, и я бы сказал, что это танк в первую очередь для коллекционеров. Для тех ребят, которые двинуты на всю голову на технике, которая уникальная, которой мало, и которую заиметь стоит ради того, чтобы просто показывать, что она у тебя есть. Да, многим это необъяснимо, да, многие говорят, блин, да танк должен в первую очередь нагибать, держать стату, но у каждого свои предпочтения. В этом бою у меня получилось занять второе место в команде по урону, и я считаю, что это неплохой результат. Да и в целом, откровенно говоря, играя на данной машине, пока она была у меня на тесте, и готовясь снимать для вас абсолютно честный обзор, я, покатав на данной машине, пришел к выводу, что находиться в тройке лидеров по настрелу как в победных, так и в проигрышных боях не так уж и сложно. Единственное, что в победных боях необходимо отыгрывать в первую очередь от своей команды и настреливать, пока отвлечены на кого-то другого. Самое лучшее, что вы можете сделать, это вылететь на данной машине в бой, подсветить тройку другую соперников, быстро оттуда уехать для того, чтобы ваши союзники начали потихоньку бодаться с этими вражескими красными танками, ну а вы, откатившись куда-нибудь вдаль, будете довольно точным орудием довольно быстро накидывать снаряд за снарядами, нанося все новый и новый урон, помня о том, что уровень пробития у данного танка оставляет все-таки желать лучшего. Но это мое мнение, а вы свое пишите обязательно в комментариях. Если вы за честность на канале, обязательно подписывайтесь на данный канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну а я надеюсь, что у меня все-таки получится забрать данного красавца, ну просто потому, что он мне принципиально нужен. Обожаю редкие машины. Всем всего хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.